магазин зайдем. Что, Жень? Мам, это домик? Ну, это тут летом, наверное, билеты продают какие-то или что. Я не знаю, что это такое. Свет пошла лошадок посмотреть, да? Я люблю лошадей. Давай. Маленько решили подышать воздухом. А то столько дома сидели. А Ксюня куда-то убежала, девчонки. Пойдем Ксюшку поищем. Давай. Пошли, посмотрим, где Ксюша. Она уже на качели катается. Пошли. Мама. Что? Ударилась? Пойдемте, я замерзла, дети. Ветер вообще ужасный сегодня. Не перетруждайся, у тебя освобождение от физкультуры, дочь. Ну вот. Света? Туда на домик полезла. Я замерзла, ветер вообще ледяной. Сень, не убейся, пожалуйста. Где-то я его не вижу. Вон он, военный. Его не видно в камеру вообще. Да. Военный? Военный, конечно, а какой еще? Что, не видишь, что ли? Боже. Не видно, да, в камеру? Да. В камеру будет не видно, так видно. Я вообще плохо видно. Надо потом, знаешь, в следующий раз это... Ай. Сейчас я... Пойдемте на остановку, я замерзла, дети. Пошли, покатаем тебя на той штуке. Пошли. У нас уже вечер. Сейчас покушаем. В баньку и спать завтра. Вставать рано, мы наконец-то в школу собрались. Приготовим рулетики вкусные. Вкусные рулетики. С сыром и с фаршем. Я еще не приготовила, уже вкусно пахнет. Наверное, кто-то у меня голодный, да? Все почти готово.
смотри, чтобы все тетради, все-все по расписанию было у тебя в портфеле. Чтобы ничего не это, не забыла. Ой, маленько, печку за глаз дала мама. Ничего страшного. Ничего страшного. Берем, берем, вот так берем. И вот так. Опс. Чуть-чуть маслица. 100 лет их уже не делала. Сейчас посмотрим, что получится. Сырочек. Вот так вот. Сырочек. Видно-то хоть я что творю? Получается вот такая вот штуковина вкуснящая. Главное, чтобы был фарш посерединочке. Да, дочь? Да. Вот такой у нас сегодня ужин. Ну, не у всех, правда, не все это кушают. Внутри сыр, лук, майонез, рулет. Вот так вот я это жарю. Обжариваю с двух сторон. Чуть-чуть сейчас поменьше огонь сделаю, чтобы фарш прожарился хорошенечко. И вовнутрь заворачиваю. Очень даже вкусненько. С одной стороны малюху передержала. Да? Угу. Ох, зря ты от этого отказываешься, доча. Это вкусно. Сейчас Женя майонез ест, мы ее вот так вот сделаем красиво. Да? Угу. Да, некоторые вкусно, да, некоторых нет. Ну-ка поближе покажи. Вот какая прелесть у нас получилась, да? Угу. Красиво? Да. Давай попробуешь, давай тебе сделаю. Не хочу. Как делаешь? Доделала? Давай, заполняй дневник. Давай. И будем ужинать, да? Да. Давай. Ты рада, что мы завтра в школу наконец-то идем? Не очень. Не очень? Да. А что так? Контрольную хочу по математике. А завтра... Мама, завтра будет математика? Будет математика, но про контрольную я тебе ничего пообещать не могу. Ну да, потому что я люблю контрольную. Ну, а что у нас миска с конфетами стоит там, на той полке? На той полке? Не знаю. Ну? Девочки, наверное, не знают. Когда ели. Ну, давай, заполняй. Ну да. Березонька скрип-скрип, моя доченька спит-спит, моя доченька уснет, ее сон унесет под малиновый кусток. Ну, подгляди. А малиновый...
попадет. Дочке в рот попадет. А малина сладенькая. Спит дочка маленькая. Береза скрип, скрип. А моя дочка спит, спит. Все? Все, вот. Долго мучились, да, дочь? Да. Ну все, давай окружающие еще. А окружающие уже остались. Ну, у нас продолжается эпопея с уроками. Целый вечер девчонки сидят. 2 недели в школу не ходили. Маленько, конечно, делали уроки. Но сейчас они у меня будут в колею входить. Разобралась? Давай уже доделывай, да в баню нам надо уже собираться.